Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь, это Little Nightmares, маленькие кошмарики. Злая бабка продолжает охотиться за нашими пятками. И мы стараемся ей не давать возможности это сделать! Прыгаем, давай наверх! Наверх, пацан, наверх! Давай скорей, сюда! Бабке нельзя даться. Она потому что прямо плывет за тобой. Скорее давай, сюда, пацан, залезай! О! Капец! О! Рыба! Рыба-карась, игра началась. А дальше куда мы поплывем? Видимо, куда-то вон туда нужно. Господи, это еще прям когда вот не знаешь, куда нужно идти, то вдвойне очково. Так, ладно, бросаем эту штуку сюда. Так, бабка плывет туда. Бабка плывет туда, а мы плывем от бабки. Сюда, 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 сюда. Че, сюда давай? Давай, наверное, сюда. Опа! Все, бабуля. Хрена с два ты меня поймаешь. Дальше что? Что-то мне подсказывает, что нам нужно... Вон, рыбу захавала. Что нам нужно вот этот вот пуфик, который там, или что это такое, или это стул какой-то, толкать дальше. А может быть даже и нет. Давай попробуем разбежимся, прыгнем и зацепимся. Да, смотри, нам удалось это сделать. Дальше куда? Дальше на бочки, наверное, и... Или вон туда, на комод. Давай на комод. Аба! Плыви! Как на Олимпийских играх. Ну-ка покажи класс. Давай наверх. Посмотри, как она быстро вообще. Не трогай комод. Или это шкаф? Это, скорее всего, какой-то шкаф. Блин, как мне теперь от нее отделить? О, тихо. Ты хорош прикалываться, бабуля. Опа! Давай. Вот эти, кстати, доски, они очень... Они очень ненадежные. Ребята. Так, мы здесь, она вроде... Хреновая затея. Ну-ка, давай сюда. Так. Сейчас она будет бить по бочкам. Сейчас она по бочкам будет бить. Как мне ее отманить? Ага, нам бы вот только до тут доплыть. Опс. Эй, бабулечка моя. Ненаглядная. Что ж ты так внучка своего не любишь-то? Давай наверх, пацан. Да что такое-то? Почему ты не залазишь? Ну-ка залазь скорее. Залазь сюда. Почему ты не лезешь наверх? Он не хочет, придурок, лезть наверх. Вот идиота кусок, давай хоть на туалетный круг прыгай. Я не понял, почему он не хочет лезть наверх. Он вроде зацепился, и по таким вот шкафам он обычно лазил. А сейчас почему-то что-то его останавливает. Комплексует, что ли? Нам явно нужно куда-то вот на эти трубы. Вот, да что ж такое-то? Ну давай, вот смотри. Так. Так, вот я прыгаю. Вот что? А, ну вот. Господи, я не понимаю, почему это не с самого начала срабатывает. Ты считай, сколько раз? Люлька с трупами. Там явно какие-то трупаки лежат. Бабка, отвали, а вообще ты достала меня уже. Мы туда сможем допрыгнуть, когда зацепиться за эту штуку? Капец, я не знаю, ребят, что делать. Наверх тоже никак не подняться, правильно? Здесь же нет подъема, здесь нет подъема наверх. Вообще никакого. Ну что ж, остается только надеяться на лучшее. Унитазный круг там точно нам никак не поможет. Так, ладно, выключай свой фонарик, прекрасно. Прыгай, оба! О, трупачки. Ой, вон бабка, смотри. Че она что-то удумала. Ай, ну куда ты прыгнул, придурок несчастный? Скорее, на шкаф! Господи, ты чё меня так перепугал-то? Я же за тебя волнуюсь, пацан. Ты же мне как родной уже стал. Короче, он вообще неадекватный чел. Нафиг, поплыли. Давай. Греби. Нормально, успеваем. Наверх. Опа, все, бабка. Выкусила. Не возьмешь ты меня, пацана, крутого. Что я, зря, что ли, в лагеря ездил? Оп. В лагере его научили, что такое выживать. А куда дальше? Такое чувство, что там он вроде какой-то проход есть, или это просто стена? Ладно, сейчас поймем. Прыгать? Думаешь, надо прыгать?
Я вот что-то не уверен, что надо прыгать. Мы же не допрыгнем. Может быть, как-то вот эти доски, что-то с ними можно сделать. Так, вот там явно проход. Явный проход. Вот так, видишь? Видишь? А зачем мы спрыгивали сюда? Фу, слава тебе, Господи, туалетная бумага, гарант здоровья и долголетия. Вон там, смотри, какая-то печь есть. Тащи, давай, горшочек. Горшочек с какашками. Бабки прямо надо было в лицо кинуть. Так, что, бумагу берем? Давай бумагу в туалет, в раковину везде закидываем. Во, на, бабка, жри. Давай унитаз. Прыгай в унитаз, нормально. О, я вижу какой-то непонятный рычаг, то есть нам нужно до него добраться. Как мы... я вижу, как мы доберемся. Мы сейчас прыгнем вот так в воду. Здесь же бабки нет. Здесь же бабки нет. Или бабка здесь есть? Может, даже есть. Так, ладно. Мы возьмем рычаг, покрутим, повертим там чего-нибудь, и все будет хорошо. Зачем только вот тот ящик нужен? Как он как бы нам подсказывает. Может быть, когда мы откроем... Так, ты где? А, вон, ты наверху присоседился, малыш. Здесь у нас дверь, естественно, не открывается, не дотянусь я до нее. Ладно. Что, мы с ним... Мы как? Воу! Что сейчас было? Чего я сейчас только что сделал? Ага, ну, мы, видимо, можем здесь спускать воду. А иначе как бы я его взял-то? Ну да, теперь я понимаю примерно, для чего здесь. Где он? Рычаг! Да, рычаг нужен здесь для того, чтобы сюда... Вот сюда его нужно... Да что ж такое-то? Давай! Его надо вот на этот ящик закинуть. Ну, что такое? Давай, сильнее кидай! О, видишь? Вот так. Теперь мы тащим его сюда. Подтаскиваем. Что-то смотри-ка, там застряло. Ну, давай, поднатужься. Да смотри, чтобы пупок не развязался. Видимо, дальше не идет. Или идет? Идет, вытяну. Нет, он все, больше не хочет. И мы потом запрыгиваем на этот чемодан и скидываем рычаг сюда, в эту сторону. Главное не опрокинуть. Так, бросай. Опа, видишь, красавчик. И теперь мы крутим. Вот сейчас точно будет электричество. Мне кажется, а может и нет. Может, все обойдется. Да, просто мы так-то открываем. А вот интересный момент, когда я отпущу, он же обратно у меня будет раскрутить. Да. Вот это уже известная штука. То есть нам нужно здесь прыгать так, чтобы... Опа. Да, хрена с два. То есть нам ни в коем случае нельзя, конечно же, никак здесь тормозить. Нам нужно развернуть вот этот ящик. Нужно развернуть, я сказал. Не залазить на него, пацан. Разворачивай. Вот так вот. Мы его поставим посерединочке ровненько. И по нему уже потом спокойненько перебежим и перепрыгнем. А! Стоп! Стоять! О, практически вообще идеально. Главное бы успеть. Мы его, мне кажется, как-то коряво немножко поставили. Далековато, потому что он и не напротив двери стоит. Нам придется делать двойную работу, бежать еще и вниз. Давай, опа, побежали. Побежали, пацан! Ну, скорей! У-ху! Да что ж такое-то? Блин, надо было делать слайд. Ладно, то есть фактически это успешная тактика. Только вот ящик ко мне плывет. Давай. Ну, что так неудобно? Ну, кто ж так на себя тянет? Ты бицуху, что ли, хочешь накачать? Давай, опа. Оп. И... У-ху-ху-ху-ху. Сейчас такую голову шмяк. Но не в этой игре, по-моему. Бабуля? Бабуля? Бабуля! Бабуля! Да, здесь вот она уже есть, конечно же. Печаль. Грусть, печаль. Да, давай, сейчас попробуем нормально все сделать.
потом не стыдно было. Здесь вот еще какая-то у нас доска есть. Но нет, нам не сюда. Почему он не зацепился, а это остается для меня загадкой. Может быть, я недостаточно разбежался, скорее всего. Но вниз здесь мы не падаем. Довольно-таки простая штука. Ни хрен, ни хрена себе! Ни хрен! О, бабуля! Это что была за хероборина такая? Ты скажи мне на милость. Бабуля разошлась! Кто помешал мне смотреть мой сериал? Ай, бабуля, прекрати! Ручонки свои шаловливые от меня убери нафиг! Ай! Ни хрена ты сумасшедшая, бабуля! Бабулечка! Прекрати! Ой, прекрати! Внучка отпусти, да не надо! Внучок тебе ничего плохого-то не сделал! Бабуля! Так, ладно, ребят, куда бежим-то? Все, она успокоилась? Нет, она не успокоилась, она меня в покое не оставит. Ох, не оставит. Ладно, хрен с ним, я с ней слишком сильно церемониться и рассусоливаться не собираюсь, бабка. Нюхай мои пятки. Я явно помешал ей смотреть сериал. Какая жесть там творится. А что такое случилось? Я телек включил. Вот сейчас она точно будет смотреть сериал, и она отвлечется, наверное. Там показывают, смотри, как передачу какую-то кажут. Ты хочешь сказать, что мы сейчас здесь перепрыгнем? Ну да. Оп. Молодец. Молодец, паса. Ай! Так, мы чё? Ни хрена себе, бабка! Чё учудила? Ты... придурочная старушка. А ну, отвали! Отвали от пацана. Пацан не виноват в том, что ты состарилась. Все состариваются, пацан тоже состарился. Залазь наверх, давай. Размышляешь тут. Маленький ты. Чук и гек. Ну-ка, залезь наверх. Так, нам сюда. Нам явно вот сюда. Ой, не успею. Ой, не успею. Прямо за мной. Пацан наверх. Что делаем-то? Бабка, отвали. Ни хрена себе, она сумасшедшая какая-то. Нафиг, я короче, вот что делаю. Я сейчас... Я манал. Я, короче, здесь буду... Нифига ты, бешеная дура! Чё вы думаете? Смотри, она еще и лучшая. Охренеть. Вау. Вау. Это очень эпичные сейчас начинаются у нас здесь приключения. Прям, я бы сказал, напряженочка. Напряженочка конкретная пошла. Ну давай. А что нам делать-то? Я так и не понял, короче. Может быть, нам нужно как-то... Смотри, телек, он в любом случае тонет. Нам туда нужно как-то перебраться. Что делать будем, я не знаю. У меня идея сначала была такая, что мы... Может быть, надо спрыгнуть и просто бабку попробовать уничтожить? Да, мне кажется, так и надо... Ох, тихо. Мне кажется, так и надо сделать. Мы бабку уничтожим сейчас. Мы ее просто электрошоком сейчас долбанем. Так, что ей вообще мало не покажется. Ну-ка, бабка, отвали от меня, пацана! Нифига, он как прыгнул, вы видели? Вы видели, как он сиганул? Давай, пацан. Давай. Смотри-ка, я как читерно поступил. Я вообще не стал по этим всем досочкам прыгать. Сейчас, погоди. Она, как только она утопит телек, надо его столкнуть. Надо его столкнуть быстрее, пока чем... Прежде чем она обрушит! Давай, пацан! Скорей, лысой бабульки! Прям на лысину, давай! На, тварь! Чё, нравится? Я не знаю, убил я её или нет, но мне кажется, на какое-то время она точно потеряла дар речи. И дар убеждения и уничтожения маленьких детей тоже. Классно. Мне определенно нравится это дополнение. Оно, ну, я бы сказал, не похоже на остальные. Проползёшь здесь? Схватить. Да, ой, тихо. Чтоб, знаешь, глазик не повредить. Может быть, нам здесь надо бутылки брать? А, точно, смотри. Что там, джин? Что он там нашел? Какую-то записку? Я уже видел такие бутылки здесь. То есть, помните, я спрашивал, здесь нужны нам какие-то статуи для разбивания или нет? Здесь бутылки нужны. Здесь у нас пацан по хардкору уже пошел. Бутылки собирает. Пытается, видимо, сдавать их. Так, у нас здесь что-то лежит.
Забираешься, нет? Не хочет. Ну и ладно, твое право. Пацаненок решил на мелочи какой-то насобирать. Так, давай. Я не знаю, сколько это дополнение будет длиться. Сомневаюсь, что так же долго, как основная игра. Но главного, вроде как, антагониста, главную тварь мы уничтожили. А именно бабулю. Уау! Тихо, тихо, тихо! Это же рукастый чмырь! Это что, все? Шестая сидит здесь, пацан сидит здесь, и еще двое детей. Ах ты, шаловливые ты, ручечки твои! Оставь пацана в покое! Не надо! Все, по-моему, пацану конец. А вот отсюда шестая у нас и начинает. Я думаю, что когда выйдут все DLC, которые запланированы, где мы будем играть, может быть, за пацана, может быть, еще за кого-то другого, у нас с вами как бы сама картина и история, она восстановится, и мы начнем понимать, что же здесь на самом деле происходит. Были такие предположения, что шестая после событий основной сюжетки, она стала этой самой королевой, я не знаю, там, или кто, царицей, да, королева вроде как, Queen ее зовут. Стала королевой этого чрева, то есть каждый, кто убивает королеву, становится королевой. Интересная идея, но она не особо-то находит подтверждение, по крайней мере, в том, что мы видели здесь, никаких намеков особо-то и не было. Но то, что шестая под конец озверела от голода и начала жрать не только крыс, не только каких-то рыб, но она еще начала жрать гномов, как она там себя еще жрать не начала... Это уже говорит о том, что она явно сошла с катушек. Но в любом случае, ребят, мы прошли с вами DLC. Как появится новое, естественно, мы с вами сразу же в него будем играть и проходить. А если вам это видео понравилось, не забудьте поставить щедрый палец вверх. Вы же такие хорошие ребята у нас. Я знаю, что вы очень активные зрители. Я верю в каждого из вас так же, как каждый из вас верит в меня. Так что, пожалуйста, поддерживайте меня лайками, подписывайтесь на мой канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте, в Твиттере и в Инстаграме, чтобы общаться еще больше. Ссылки на все это добро есть в описании. С вами был Маугли. Это была игрушка Little Nightmares. Маленькие кошмарики. Увидимся в следующем видосе. А пока что всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты шерхан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.